Всем привет! Это канал Энтузиаст и канал Миша Бурят. Сегодня у нас совместное видео, оно будет и там, поэтому можете там посмотреть, полайкать, и там посмотреть, полайкать. Всем привет, ребята. Я на самом деле не ниже, просто здесь такой рельеф местности, что тут перепад сразу в полметра. Просто я стою на табуретке. Да, вот. Охрененный. Ну-ка. А был? Нет? Не было, что ты же про это видео говорил. Так. Ну вот сегодня сейчас вот в присутствии другана. Мишаня. Это Миша Бурят, если кто не знает. Почему он бурят? Потому что он бурят. Не поверите, потому что он бурят, да. Да. Значит, первые выстрелы. Сейчас просто посмотрим, работает ли ударно-спусковой механизм этого охотничьего ружья со стволом, выполненным в технологии Ланкастер. Он был сделан на базе автомата Калашникова, модернизированного. Есть видео распаковки, посмотрите. Это АКМ. 1962 года выпуска, индекс ГРАУ 6П1. Патрон используется точка 366 ТКМ. Здесь у нас доработанный магазин видеодоработки, тоже есть ссылка в описании. Давайте попробуем, как это изделие работает и работает ли вообще. То есть вот сейчас вот первый выстрел с нового ствола. Расконсервация произведена согласно инструкции. Патрон дослался. Все хорошо. Смотрим. Выстрел произошел, перезаряд произошел. Теперь бегло. Так. Магазин пуст. Десять патронов, кто-то там лупит, 10 патронов улетели штатно. Спуск очень мягкий, прогнозируемый, предсказуемый. Отдача, ну как на 366, в принципе, чуть-чуть сильнее, чем стандартный, вот его родной 7,62 на 39. Мне очень понравилось, сейчас я буду, наверное, уже учить его стрелять и учиться стрелять из него. На, посмотри, как примкнется. Так, вот. Афган. А это Павган, уже магазин специально сделанный для патронов точка 366. Давайте посмотрим, как он туда заходит. Там какой-то маньяк у нас стреляет за бугром, злодей, не говорит. Оп. Зашел отлично, выглядит прилично. Знаете что, вот судя по радиусу изгиба, он выглядит больше как, наверное, магазин для АК-74 серии, потому что, видите, радиусы какие. Ну, собственно, это и правильно. Я, наверное, себе такой магазин прикуплю, он мне понравился. Миша, сколько сюда входит? Сюда входит 30, но советую Денису купить новый магазин, который вышел от фирмы СКОС. Мой товарищ, брат по оружию Валера, канал Эмбумерганс, протестировал его. Так, всех приветствую. Магазин СКОС 366 ТКМ. И, ну, я доверяю его объективному мнению. Валера, тебе отдельный вот такой вот привет, вот такой вот пис. Все быстренько, ребятки, найдите Валеру, подпишитесь. Он у меня в друзьях, он у Миши в друзьях. Вот такой вот мужик. Правильное видео, да. Без мата, без всякой ерунды. Да. Классно. У него прикольная борода. Да, еще он подсушился. Да. Заколебали писать, что я толстый. Как будто я этого не знаю. Как будто я это каждый день в зеркало не вижу. И он любит охоту и, да, снимает видео про охоту. Я теперь видео про охоту снимать не буду, потому что вы все злые. Ну реально, они все меня назвали убийцей. Ты застрелил птичку. Пипец. Да, это маленькая птица. Что будет, если я покажу, как я снимаю, ну, стреляю? Нет, самое главное, ты скажи, ты ее съел? Да, мы ее съели. Вот. Значит, это была охота, а не убийство. Да, но в глазах я там у всех кровожадный убийца, там кошмар, короче. Прекрасно. Ну что, продолжаем. А перерыв нужен? Через 5 минут.
ты в центр стрелял? Да. Так, смотри, он тебя бьет левее и ниже. Левее и ниже. Так, ну-ка, чуть правее, чуть выше делаем. Давай. Дырку не видишь, да, наверное? Короче, смотри, 12 сантиметров влево, 7 сантиметров вниз. Ага, понял. Значит, все-таки... Ну, это мушкодав нужен. Мушкодав нужен, да. Есть там. У тебя есть? У них есть там. А. Повысили. Еще раз. А сейчас куда стрелял? Туда же. Но она у тебя шла просто вниз на сантиметров 15-20, наверное. Так. Мы настроили селфи-палку. И с этой селфи-палкой с Михой идем к мишеням. Ребята, вы бы видели эту селфи-палку. Тут на самом деле целый штатив. Тренога. Можно вот так вот снимать. Из космоса прямо. Прозвучала команда отбой к мишеням. Идем посмотрим, что мы натворили. Я думаю, а что я в ухах-то? А я всегда в ухах. Отбой. Но при этом, видишь, я тебя слышу. Так правильно, ты свечкой закапал там воском. Нет, это специальные беруши. Офигенные, кстати. Вообще рекомендую. Не в рамках рекламы, а в рамках хороших беруш. Так, вот, значит, давайте смотреть, куда Мих тут стрелял. Стрелял он из своего ВПО. Сейчас 209-го. Мой позор. Да ладно, позор. Ну, это открытые прицельные приспособления, дистанция 50 метров, когда человек не привык стрелять на 50 метров, но я на точность. То есть попадать в гонку – это одно дело. Ты куда-то там попадаешь, и все. А здесь вот это вот уже на более-менее пристреленном оружии. То есть мы формат листочка А4 почти все время приходили. А это вот до пристрелки, грубо говоря, с кейса достал, и вот он пошел вот здесь вот все. Раскидал. Влево потом, меня, да, мы волшебным мушкодавом подавили. Он, корректор мушки называется. Корректор, да. Да, он так. Я первый раз видел, что это не мушкодав, а корректор мушки. Там. Да, но корректор мушки — это такая штука, которой мы сегодня с Михой первый раз в жизни пользовались. Ну, точнее, я. Точно большая. Первый раз. Большая какая-то. Кольцом надевается. В туле, да, сделанная. Наша военная вот такая вот. Угу. Ну, долго мы очень болтаем про эту штуку, поэтому мы это из видео обязательно вырежем. Отлично. Я тут жвачку жую. Так, у этой мишени ты еще не стрелял там чисто? Нет, а вот твоя. Так, ну а вот наша мишень. Вот это вот на 100 метров из ВПО 209L Lancaster. С пристрелкой. С пристрелкой. Ну это, то есть мы здесь вводили мушку туда-сюда. В принципе, вот мне нравится куча, что вот так вот все осталось. Но это, опять же, открытый прицельный. Что хочется отметить? Все дырочки ровные, все попадания приходят ровно, пуля закручивается пуля нормально. Пуля летит, именно летит. Да. Утюгов нет, мы не наблюдаем. Утюгов нет, маленькие, аккуратные дырочки. Красота. Ну, а вот вниз это я стрелял. Из моего непристреленного Мишкиного, да. Вот он вот так стрелял изначально из чехла. Потом мы его подправили. Так, ну что, я сейчас тогда сюда буду стрелять. О, ребятки, очередями лупят военные, красивые, здоровенные. Я сейчас сюда буду стрелять из ТГ-3 и сюда. И буду попадать вот в эту вот импровизированную фашистскую каску. Вот так вот. Смерть фашизму! Сковородку. Ну вот видите, вот эти вот донышко от сковородки. Ну конечно, оно простреливается, потому что это просто алюмишка и железячка, потому что это сделано в Китае.
Вот. Тем не менее, ну, с открытого прицела спокойненько сюда все приходит, ладошкой закрывается. Отличное оружие. Я попал в гонг. Я тоже. Ты на 200? Да, на 200. Слышишь, да? Да. Попадание. Я получил неизгладимое удовольствие невероятных ощущений. Стрельба из этого оружия поистине доставляет кайф. Настоящий мужской кайф, который получается только в момент, когда порох взрывается, расширяется и выталкивает пулю. Вот в этот момент происходит выброс микроэнергии, которую моя Y-хромосома воспринимает. И воспринимает выбросом гормона счастья, гормона удовольствия. Отбой. Зарядить оружие. Разряжено. Разряжено. К мишеням.